Приветствую вас, мои дорогие друзья, с вами Лилия Донскова, и в этом видео мы с вами будем вместе листать каталог Oriflame номер 14. И по традиции мы не просто листаем, и я рассказываю, а я вам покажу продукцию, которой мы сами пользуемся, и дам свои рекомендации, которые помогут вам подобрать продукцию для себя, для своих близких и для клиентов. Желаю вам приятного просмотра. 14 каталог начнется с 3 и закончится 22 октября. Три недели он будет с нами, этот красивый золотой каталог. И в начале каталога нас тоже ждет приятный сюрприз. Аромат Giordani Gold. И плюс подарок. При заказе аромата и румяна в шариках и тушь Giordani Gold, все идут нам в подарок. Конечно, очень соблазнительный вариант. Не забудьте заказать набор за 89 рублей, код 128 450. В набор входит новый каталог номер 15 и три пробника: аромат, помада и мужской пробник увлажняющего гель-крема. Прекрасно. Можно, кстати, отсканировать страничку при помощи приложения Oriflame, и сразу перейдете к скидкам. Очень удобное, кстати, приложение. Нас ждет новинка, и даже не одна в этом каталоге. Giordani Gold разнообразил серию с румянами в шариках, и у нас будет три новых оттенка: натуральное сияние, нежный загар, розовое сияние. Упаковка не поменялась, то есть это такой футляр черный с золотым ободком. Ободок, кстати, облазит, к сожалению. Внутри нас ждет пуховка и нет зеркала, соответственно, да, мы набираем румяна. У меня здесь румяна немножечко смешанные, то есть я сюда добавила сияющих шариков, поэтому выглядят они немножечко такие необычным образом. На самом деле это естественно сияние румяна, я их просто обожаю. Вы выбираете румяна для себя, тот оттенок, который больше подходит для вашей кожи. И обращаю внимание, чтобы получить самую максимальную цену, приятную, 749 рублей, нужно любой продукт из каталога заказать, но сами румяна не считаются. То есть любой другой продукт. И ждет новинка — антивозрастная основа под макияж с пребиотической сывороткой. Помимо пребиотической сыворотки, в состав входит гиалуроновая кислота, которая омолаживает кожу, и омолаживающие микрожемчужины. Угадайте, Донскова покупает себе такое или нет? Кто угадает, тот молодец. Следующий продукт — антивозрастной консилер, тоже с пребиотической сывороткой, и это очень классно, потому что взрослая кожа, она любит пребиотическую сыворотку, она сразу выглядит моложе, приятнее, да, на ощупь, и круто маскирует все неровности. Консилер нужен для того, чтобы убрать темные круги под глазами, например, носогубные складки вытащить или какие-то еще неровности кожи устранить. Два оттенка — светлый и средний. Выбирайте тот, который вам ближе. Я, конечно же, светлый. И это не новинка, но тоже участвует в акции. Тональная основа флюид, она превращается на коже в пудру, и лицо выглядит холеным и ухоженным. Единственное, что нужно сразу предупреждать клиентов, то что нужно перенести из пипетки на руку, а не капать на лицо. У меня были такие случаи, клиентки, просто не разобравшись, капали на лицо, в результате попадали на одежду и портили себе вещи и настроение. Поэтому будьте внимательны. Здесь у нас представлено 5 оттенков. Можно подобрать для самой светлой кожи средний тон и уже более такие темные загорелые оттенки. И снова тональная основа. Кстати, в этом каталоге нас Giordani Gold просто балует или балует с удовольствием. CC крем, кстати, классный продукт, я пробовала, мне понравилось, как мое лицо себя с ним чувствует. Это легкость, это хорошее покрытие, выравнивает все недостатки. И что мне понравилось, как будто вот легкая подсветка, такая вот как свечение кожи, даже на модели видно, что кожа светится. И второй тон — это стойкая минеральная тональная основа, которая защищает кожу, потому что здесь SPF 15, дает плотное покрытие. Вы сейчас сами убедитесь в этом. Смотрите, какой маленький кусочек взяла, каплю даже, да, меньше капли, и какой он плотный, то есть по текстуре. Я могу его более тонко распределить. Влажным спонжем это будет более тонкое нанесение. Если вы пальчиками наносите, кстати, в последнее время прям полюбила пальчики. И далее беру кисть для тона, новинку, которая такая
с длинным ворсом, и ей просто вот убираю неровности какие-то и дораспределяю. Смотрите, какое плотное покрытие. Это слоновая кость. Очень темный оттенок, кстати, для меня темноватый, поэтому просто лежит для демонстрации. Но тон сам по себе классный, очень его люблю. Тушь для ресничек насыщена богатыми драгоценными маслами. Она и ухаживает за нашими ресничками, и взращивает их, потому что такой уход всегда для ресниц полезен. И питание тоже супер акция. Супер тушь по супер акции. Карандаши для глаз, вернее, один карандаш, к сожалению, раньше был еще серый, синий, коричневый и черный. Было 4 оттенка, они были у меня все. И мне этот карандаш нравится, то, что он такой длинный. То есть он приходит сразу большой, и ты понимаешь, его хватит надолго. Он очень хорошо ложится на веко, даже если уже накрасила тени, все равно он накрасит хорошую стрелку. И очень популярный продукт — двусторонний карандаш Cushion для бровей. Этот продукт стал бомбическим, его все хотят, все любят и охотятся. И, кстати, быстро разбирают, когда он идет по акции, хотя цена не дешевая. Тем не менее, продукт классный, и кто один раз попробовал, потом все время его заказывает. 2 оттенка — светлый и коричневый, на любой вкус. Помада Giordani Gold. Можете, кстати, обзоры посмотреть у меня на канале и на эту серию. То есть сатиновая и матовая. Кстати, матовая помада совершенно не сушит губы, потому что когда мы делали выкраску на губах, обычно после первой, второй, третьей еще более-менее, а потом начинается, губы сохнут, стягиваются. Нанесение такое становится некомфортное, и я беру с собой всегда смягчающее средство, аккуратно удаляю помаду, наношу смягчающее средство, несколько минут с ним сижу, потом удаляю и только потом крашу губы. А здесь получается, что я ни разу даже не использовала специальное средство, и было мне очень комфортно. Ароматы. Как подобрать аромат? Раскрою вам секрет, который я транслирую своей команде и среди своих знакомых. Прежде чем заказать аромат, закажите пробник. То есть можно выбрать несколько ароматов, почитать описание ароматов, которые здесь есть, поискать на сайте более развернутое описание по составу, по компонентам. Выбрать те, которые вам нравятся, и закажите пробники. Внизу под описанием вы видите код пробника. И вам придет маленький пробник, вы с ним походите несколько дней и послушаете ваши ощущения, нравится, не нравится, подходит, не подходит, чтобы убедиться, что этот аромат действительно ваш. И потом заказывайте полноразмерный флакон. Акция. При заказе на 2000 рублей из каталога вы можете выбрать один продукт, или омега-3, или очищающее масло для умывания, это гидрофильное масло Novage, по спеццене. Омега-3 будет 1399 рублей, а гидрофильное масло всего 799 рублей. Кстати, крутое предложение. Я думаю, что гидрофильное масло разберут моментально. Помните, что у компании Oriflame есть отдельный каталог, и в нем представлена драгоценная бижутерия Норхен. И, кстати, читаю акцию, что здесь при заказе на 2000 из каталога дополнительно 25% скидка на любое украшение из новой коллекции Норхен. Слушайте, это хорошо, это хорошая акция. Но я уже заказала то, что я хотела. Вот буквально вчера приехало мое колечко долгожданное, но не успели забрать заказ. Тушь для ресничек. Да, кстати, с гранатом. Я серьги ранее покупала, мне они очень понравились, я в восторге. И потом я долго охотилась за колечком. Тушь с эффектом гипнотического взгляда, всего 289 рублей, она просто крутая. Она крутая, она соревнуется и зачастую занимает первые, да, лидирующие позиции с тушью 5 в одном. Это для тех, кто любит силиконовые кисточки, это крутая тушь, классно прокрашивает ресницы, действительно делает. Здесь на модели я прям уверена, что это накладные реснички, нарощенные, наращенные, как правильно сказать. А может быть, кстати, нет. Бывает же, что у людей такие длинные ресницы от природы. Тушь восхитительная. Тени для век. 3 набора. И очень хорошая подборка. Очень хорошая. Если бы я имела, да, желание приобрести себе тени, я бы взяла вот эти 2 набора 100% сиреневыми. Я не пользуюсь. А вот такие вот теплые осенние тона и нейтральные
Серые, бело-серые – это просто потрясающий набор на все случаи жизни. Можно сделать более интенсивный макияж или более светлый. И с одним набором делать любые варианты макияжа. Стойкие тени карандаш для век – это волшебный продукт в Oriflame. Очень жаль, что так мало оттенков. Хотелось бы разнообразия. Здесь всего у нас идет 8 оттенков. Я вам показываю хрусталь. Он такой переливается, нейтральный, то есть его можно сочетать с любыми, с теплыми, с холодными, более темными оттенками. И бронза. Бронза — это вот этот цвет. Чем они хороши? Вы их можете использовать как самостоятельный продукт, можете использовать как базу под сухие тени. И что важно, немножечко побудет, то есть сейчас вы видите, он тушуется, то есть я могу смешивать. Можно кисточкой поработать или прям пальчиками убрать границу резкую, жесткую. А далее, если несколько минуток пройдет, тени высыхают, набирают стойкости и просто, как знаете, как впаиваются в кожу, и они уже не стираются. То есть если сейчас это вот так, то потом этого не будет. То есть я не смогу их снять. Если вспомню, в конце покажу вам вот растушевку полную. Карандаши для того, чтобы сделать стрелку. Здорово, что они цветные и очень хорошие карандаши по качеству. Они небольшие, всего 0,3 грамма, но хватает надолго за счет того, что они мягкие. И его наносишь, он тоже хорошо так встает и не размазывается. И стойкий маркер-подводка для тех, кто любит толстые стрелки, потому что таким толстеньким наконечником сложно нарисовать тоненькую стрелку. Это действительно какие-то ретро-макияжи, смотрится идеально. Мой любимчик подоспел. Это любимчик у меня, кстати, как интересно, может быть, они что-то изменили. Смотрите, да, найдите два отличия, одно отличие. Кто внимательно особенно, вы сейчас сразу увидите одно отличие. То, что здесь на фотографии есть зеркало, потому что мы видим отражение, а по факту зеркала нет. Может быть, оно должно здесь быть, но забыли вставить. Ну, насколько я знаю по отзывам, в первых вариантах зеркала не было. Но я надеюсь, что его сделали, потому что это гораздо удобнее, чтобы сразу красить бровки и смотреть на себя. Смотрите, мой самый ходовой цвет. Я вам покажу оттенки. У меня также есть отдельное видео на канале, где я сравниваю эту палетку с другими, с предыдущими и, по-моему, с помадой для бровей. И, конечно, мне эта палетка нравится больше. Во-первых, здесь удобная тонкая кисть. И здорово ей можно... Сейчас ее нужно будет помыть, чтобы она прям тоненькая становится. И получаются очень красивые, ухоженные, такие холеные брови. Так, это крайний цвет получается справа. Вот такие бровки мы рисуем. Средний оттенок. Вы видите сразу, что он более такой насыщенный цвет. Как я брови рисую красиво. И первый мне тоже очень нравится, он тоже такой более серый получается, в серединке как бы больше шоколадный цвет, а здесь у нас более такой серый. Вот какие у меня красивые на руке теперь брови. Бровястая рука, аж три варианта. Ну, это чтобы вы хорошенько посмотрели, какие цвета. Я их использую все, потому что начало я делаю брови самое светленькое, потом в серединке могу шоколадненькие сделать или наоборот такие нейтральные, то есть по настроению. Вот такие классные тени, волшебные. Они стойкие, то есть они потом укладываются и уже их не сотрешь. Мне нравится. Следующий продукт — это средство для снятия макияжа, но я его не рекламирую, потому что у меня лично он макияж не снимает до конца, и у меня макияж удаляется только средством для снятия водостойкой косметики. Понравилось средство в новой серии Wand, тоже полностью удаляет макияж, а любые мицеллярные воды этот продукт не удаляет. Тушь. У нас выходит водостойкая тушь, это новинка, и просто тушь с эффектом накладных ресниц. Смотрите, как интересно, что они добавили здесь водостойкую тушь. Почему? Не знаю, но, наверное, пользуется популярностью. Итак, мы можем так согнуть кисточку, изменить ее угол наклона и красить реснички. Кисть силиконовая,
Очень удобно. И если вы видите, у нее вот тут на кончике тоже есть маленькие щетинки, которые позволяют хорошо прокрасить внутренние уголочки. И вот бывает, где трудно подлезть во внешние. Ну, особенно классно прокрашивать внутренние уголочки. Очень удобная тушь, прям классная. Тоже ее смело можно брать и рекомендовать другим. Какое у нас тут разнообразие. Мультифункциональный увлажняющий крем-тон для лица AZ. 4 варианта, 4 цвета. Дочки всегда беру самый светлый и именно увлажняющий, потому что в этой серии есть еще матирующий. Он для более жирной кожи. Придающий сияние праймер для лица. Мы его наносим под тон. Пудра. Пудра у меня здесь у нас получается просто компактная пудра, а у меня матирующая. Я вам просто показываю, как она будет выглядеть. Мне не нравится, что черный футляр, остаются все отпечатки. То есть мы когда красимся, тон на руках какой-то, что-то, просто отпечатки, быстро залапывается. Это неудобно, но в целом упаковка, конечно, стала гораздо интереснее, чем была ранее. Ранее у нас был такой синий футляр, вечно обшарпанный, страшненький, такой неприглядный. И здесь не облетает серебристый ободок. То есть выглядит достаточно прилично. Внутри есть зеркало. Сама пудра, ну, мне вот очень нравится матовая, хотя у меня кожа не жирная, но мне очень она нравится. У меня средний тон. И есть также пуховка. То есть пудру прям рекомендую. Очень хорошая пудра. Есть у нас средство многофункциональное солнечный поцелуй. Это такой большой стик. У меня здесь румяна, то есть я держу тот продукт, который внизу. Просто это большой такой стик, и им можно будет красить и румяна, и губы, и веки. То есть многофункциональные. Я вам покажу то, что есть у меня. Это румяна из нижней части. Такой цвет, вы знаете, он больше, как бы я сказала, нейтральный, но все-таки для обладательниц очень такой светлой-светлой холодной кожи я бы его не рекомендовала. Ой, язык заплетается, потому что рисковато будет выглядеть. Все-таки более теплые оттенки кожи или даже подзагоревшее лицо. А вот хайлайтер обожаю, он такой деликатный. У него деликатное свечение, и я его могу нанести и уже сверху на пудру. Кстати, не сворачивается, не скатывается. Прекрасно можно так на пудру прям нанести. Вот, например, здесь тон, сверху румяна. Это влажное, влажное по влажному. И даже если на сухое, то все равно будет классно. Вот я им прям пользуюсь постоянно. И он какой-то бесконечный. Вот, смотрите, как его еще тут много. Но пользуюсь я им практически каждый день, потому что мне он нравится. Своей деликатностью, таким вот мерцанием легким. Прям фантастический продукт. И здесь есть также бронзер. Увлажняющая тональная основа идеально подойдет для обладательниц кожи, склонной к сухости или нормальной кожи. 6 вариантов оттенков, удобный дозатор, и лицо будет выглядеть классно. То есть оно будет увлажненное, выглядит комфортным, таким мягким и сияющим. Румяна у нас здесь 3 оттенка. Пионовый, персиковый, розовый, достаточно насыщенные яркие оттенки. И мне как бы видится, что для молодой кожи подойдут любые, а вот для взрослой скорее брать персиковый. Но если брать розовый, то прям чуть-чуть, потому что пионовый, он очень розовый, он прям такой цвет Барби. Для молодой ровной кожи. Мультифункциональный AZ бальзам для губ не рекомендую. Много отзывов, что он горчит. У меня лично горчит. Может быть, формулу поменяли. Я не знаю, не видела информации. Брала себе на губах прекрасно. Цвет очень красивый. То есть тонирует губы немножечко. Но моментально начинает идти горечь. И я это не могу выносить. Пришлось выкинуть. Так, помада. Ультракремовая 5 в 1. Потрясающая помада. У меня как раз оттенок, по-моему, красное вино 65. Да, вот красное вино. Я вам ее покажу где-нибудь. Вот здесь давайте покажу. Насыщенный, мягкий. Помада кремовая. Увлажняет, питает губы. Цвета бомбические. У меня 3 оттенка из этой серии. Но здесь почему-то не вся коллекция представлена в этом каталоге. Что странно. Потому что здесь еще практически столько же помад. И к каждой помаде можно подобрать карандаш для губ. То есть вы берете один карандаш, если, например, вы любите помады яркие, яркие вот такие вот все, то взять к ним можно сливовый.
оттенок. Или винный. Вот, кстати, винный, он как раз подойдет вот под все вот эти вот тона. А сливовый больше вот под, наверное, фуксию и мягкий вишневый брусничный джем. Да, то есть вы можете всегда подбирать. Или вот кирпично-красный, здесь есть как раз красный. Или оранжевый. То есть те оттенки, которые вам больше нравятся. Но для меня гамма очень неподходящая. То есть мне нужно что-то среднее между карамелью и шоколадным. То есть такой вот красивый цвет ириски, вот я бы сказала. Но здесь его нет. Но остальные все оттенки классные. Конечно, по качеству карандаш бесподобный. Просто бесподобный. И тоже хватает надолго, потому что буквально так одно прикосновение, и сразу мы наносим карандаш. Кстати, почему-то я свои забыла взять, потому что у меня есть шоколадный, есть карамельный и пыльный розовый. Пользуюсь этими, смешиваю, вот эти два смешиваю, чтобы получился более такой подходящий тон. А вот помада Кушин глянцевая стала моей любовью. Просто вот любовь-любовь. Я ей какое-то время не пользовалась и даже как-то забыла про нее. А потом случайно на обзор на какой-то достала, чтобы вам показать. Ой, испачкала помаду. И попробовала ее нанести и поняла, что это моя любовь. Сейчас хочу ее использовать и взять. Потом у меня сейчас чарующая роза. А хочу потом взять вот какую-то из этих. Либо соблазнительный тауп, либо обворожительный нюд. Пока не решила, что буду брать. Как она круто лежит на губах. Смотрите, вот этот цвет тоже классный. Он такой вот, прям на повседневку. Губы сияют. Ну, кстати, у меня у одной девочки в команде на эту помаду реакция пошла. Но больше других не слышала отзывов. В основном все восхищения только. У меня даже есть клиенты, которые уже перезаказывают, особенно магнетический пурпур. Очень много берут. То есть один раз попробовали, потом перезаказывают. Ее хватает надолго, этой помады. Очень удобно пользоваться вот этой мягкой кисточкой. Она не облазит. Кстати, такой прикол один раз был. Мне прислали на обзор помаду с AliExpress. И у этой помады тоже была кисточка такая мохнатенькая. И вы представляете, я ее достаю так из тюбика, а там, ну, как обычно у блесков, у помад, у жидких, помада вынимается, и излишки снимаются блеск. И у меня получилось, что вот эта кисточка, она вся снялась, практически да, содралась, и ей пользоваться было невозможно. А здесь я уже сколько пользуюсь, вот даже вот колпачком шкрябаю. Видите, какое хорошее качество у этого меха. Он такой пушистенький, очень приятный продукт. Рекомендую от души. Да, кстати, недорассказала про подругу, про девочку из нашей команды. От этой помады у нее прям вот лопинки, трещинки и шелушение губ. Это странно, но это факт. То есть тоже об этом рассказываю. Если у кого-то есть отзывы, девочки, пишите, пожалуйста, в комментариях, потому что мы тоже их читаем, и я потом их озвучиваю. Понравилось, не понравилось, сколько пользовались. Вот, кстати, вот этот хочу тон. Наверное, это все-таки обворожительный нюд. Прелесть, просто прелесть. Буду брать. Жидкая матовая помада. Это, конечно, прелесть. Помада прекрасно ложится на губы, я ее рекомендую. А есть стойкая суперматовая. Если сравнивать ее с Ультрафикс, то это более мягкая и не... Все-таки Ультрафикс, он немножечко подсушивает губы. Это более такая кремовая и в то же время стойкая, приятная помада. Наши ручки, дорогие ручки. Вот моя рекомендация. То, что я вам рекомендую на 100%, прям вау-эффект. Это вот такой вот карандаш-кисточка маслица для ногтей кутикул. То есть мы так крутим нижнюю часть, сюда выдавливается маслица. Ой, видите, как много даже выдавилось, но это не страшно, можно перенести на соседний ноготок, обработать кутикулы. Как раз делала маникюр вчера, и эта маслица я всегда использую и до маникюра, чтобы улучшить, да, кутикулу, чтобы она легче отставала. И потом после маникюра и в течение, постоянно, да, в течение дня, я могу даже после того, как мытье посуды, приготовление пищи, я потом могу просто сесть, нанести немножко маслица и дать ему впитаться. Очень благоприятно влияет на пальчики. То есть ручки ухоженно выглядят, такие холененькие и очень приятные. Следующий продукт, который я обожаю, это жидкость для бережного снятия лака. Ничего подобного никогда не испытывала. Не испытывала чувств каких-то
в основном негативные чувства всегда к средствам для снятия лака, потому что они пахучие, вонючие, бывает, что белесый налет на ногтях остается. Еще по молодости мы пользовались просто ацетоном и жестко губили свои ногти. Здесь же, да, резкий запах, резкий, я бы сказала, я его не люблю. Но не могу сказать, что он отвратительный, да, он сильный, но он не противный точно. И это лучшее средство, которое вот просто, как у меня дочка говорит, мама, ну что ж ты скрывала от меня? А я ей, ну, говорю, себе сама покупай подешевле, а это все-таки дорогое средство. И вот однажды средство у нее закончилось, она говорит, мам, можно твое взять? Я говорю, возьми один раз. И после этого она мне говорит, мам, ну ты что от меня скрывала? Ну прелесть какая, ну давай вместе пользоваться, не жадничай. Вот классная штука, прям супер. Влюбитесь, попробуйте один раз. Будете всегда заказывать. Так, базовое покрытие под лак обязательно нужно носить, чтобы не портить ногти. Есть, конечно, укрепляющие, вот очень люблю всякие укрепляющие. Ночная маска у меня не зашла, потому что у меня ногти всегда накрашены. Либо я их стираю, делаю маникюр и тут же крашу заново. Я очень редко бываю без покрытия, поэтому на ночь у меня не получается просто наносить. Нет смысла. Ее наносим, эту маску, и уже руки мыть нельзя. Она смывается просто водой. Ну, так-то продукт, конечно, интересный. Есть еще у нас сыворотка, то, что я не пробовала сыворотку, и лаки для французского маникюра. Очень красивые, кстати. Серия Oncolor. У меня с ней опыт, можно сказать, минимальный. Я кое-что пробовала в бизнес-центре или есть отзывы клиентов. Но отзывы обычно всегда позитивные. Что рассказать на этот раз? Карандаш для глаз маленький, смотрите, 1,12 грамма. Карандаш для бровей тоже будет небольшой, то есть это будут не такие, как в Джордане. Ну, такие где-то карандашики небольшие, ну и цена у них очень приемлемая. Карандаш для стайлинга бровей, это чтобы зафиксировать и сделать брови такие вот, как у девочки, такие вот стоячие. Удлиняющая тушь для ресниц всего 199 рублей, обалдеть. Кстати, прикольная кисточка у этой туши, но не могу сказать, что она мне нравится. Я все-таки выберу либо 5 в одном тушь, либо ту, которую я вам показывала, гипнотическую, вот такую кисть. То есть они мне нравятся гораздо больше. Пудра также без зеркала, и пудра неплохая. А вот BB-крем все хвалят, и все его обожают. Особенно люди любят эту цену. Эта цена всего 189 рублей. Кстати, оттенки здесь темноватые. Даже самый светлый, он темный. Темнее, чем хотелось бы. Очень интересный продукт, карандаш 3 в 1 для глаз, губ и щек. Девчонки писали, вот просто такие отзывы, что я сама хотела сказать, еле удержалась. Ну вот прям все в восторге. Все писали в чате у нас отзывы классные, то, что нравится по качеству, нравится, как лежит, то, что можно использовать один продукт и как бы получать такой легенький, нежный макияж. Но если бы я себе брала, я взяла бы вот этот, медовую гуаву. Ну, может быть, когда-нибудь возьму? Не знаю, в принципе, продукт хороший, и тем более такой оттенок карандаша, то есть для помады, очень даже ходовой, вот этот особенно очень ходовой. Помада матовая Oncolor. Вы знаете, я когда эту помаду пробовала, все цвета мне показались какими-то неудобными. То есть для меня они все были либо слишком яркие, либо слишком кричащие, либо какие-то непонятные немножко, да, вот как вот такой, например, вот нюдовый, но берут с удовольствием и пользуются. Качество помады хорошее. Адаптивный блеск. С чем он адаптивный? Вот, кстати, для меня этот продукт странный. Когда его только наносишь, он прям вот просто прозрачный, как будто слюнявые губы. И он тут же моментально переходит в такой ярко-розовый, вот как на губах показано. То есть это вот эта прозрачность, она длится прям какие-то вот считанные минутки, и он быстро становится ярким таким. Ну, тоже девчонки любят блески. Кстати, почему-то в Oriflame мало блесков, а многие просят. Поэтому если мы будем больше писать компанию, говорить, мы хотим, дайте нам блесков. У меня вот клиенты прям просят, все очень просят, чтобы блесков было больше. Ну, я-то их где возьму? О маслах. Как говорится, кашу маслом не испортишь. Так и здесь мы смотрим... Масла у нас идут для эмоций, то есть они работают только с эмоцией. И есть один вариант, когда мы
Везде Мелисса. Даже здесь, как она здесь очутилась. Есть два варианта. Или мы берем вот такие роликовые масла, они уже разведенные, и наносим, да, на нужные точки нам и вдыхаем. Либо мы берем вот такие масла, капельки, в капельках, и добавляем в диффузоры. И добавляем диффузор. То есть вот у меня он прям еще новый, видите, даже не открывала. Вот так вот мы берем и добавляем диффузор. Главное хорошо потом закрыть, чтобы не выветривалось. Конечно, мне нравится вот этот вариант прекрасный, то, что можно всегда им пользоваться в любой момент, нужную эмоцию прокачивать. А этим мне нравится то, что можно в диффузор добавить, и аромат будет на весь дом. И все будут, например, энергичными, либо уверенными, либо будет такой баланс, либо перед сном все расслабятся и быстренько уснут, особенно кошки. Серия Wellness. Здесь у нас разнообразие. Есть супчики очень вкусные, питательные, полезные. Детские витамины и омега. Все для взрослых. Все для взрослых. Витамины. Отдельно астаксантин, морской кальций, пребиотики. Для красоты кожи напиток с брусникой. Батончики, коктейли для перекуса и питательные для стройности. То есть тот, который меняет, заменяет полностью один прием пищи. Есть шейкер. Кстати, я такой шейкер получила в подарок. Это очень приятно. И отдельно витамины мужские и женские. Wellness — это, конечно, прелесть. Мы пьем постоянно. У меня даже вот на столе уже лежит пакетик. Сегодня надо выпить. То есть каждый день я выпиваю такой пакетик Wellness Pack. Практически каждый день я пью коктейль. Сейчас это коктейль для контроля веса. Скоро у нас ожидается новинка в этой категории Wellness. Но об этом чуть позже. Волосы. Волосы — это тема, которая беспокоит всех. И мужчин, и женщин, и детей, конечно же. Потому что дети не любят, когда волосы путаются, а взрослые любят, когда волосы красивые, блестящие, чистые, когда они сияют. И здесь нам помогает правильно подобранный уход. Чем я пользуюсь всегда? То есть это шампунь, и это могут быть разные варианты. Например, сейчас я люблю Botanicals, чуть позже будет эта серия. Уже на протяжении многих месяцев, то есть с того периода, когда появилась эта серия, я пользуюсь постоянным. Я люблю восстанавливающую серию всю, при том, что люблю. Нутрикомплекс — это специальный комплекс для волос и ногтей, содержит 42 таблеточки, и он восстанавливает волосы, то есть приостанавливает выпадение волос, они быстрее растут, и само качество волос улучшается. И это видно сразу. У меня даже были такие отзывы в команде. Девушка брала для своего мужа, и у него заросла залысина. То есть выросли волосы, а мужчина молодой, поэтому для него это было супер, супер вообще победа, достижение, я бы так сказала. Серия для лица. Здесь у нас скраб. Это для молодой кожи. Когда только начинаются происходить изменения кожи, гормональное созревание, и появляются прыщики, воспаление на лице, и разные маски, они помогают эти воспаления все предотвратить. Либо это гель против прыщей, либо это серия уже, которая подходит для более взрослой кожи, то есть 18 и далее, Love Nature. Здесь у нас представлена серия с чайным деревом и лаймом, серия с органическим овсом и ягодами годжи, и органический алоэ и кокосовая вода. То есть три серии. Это для кожи, склонной к жирности, для сухой, нормальной, для нормальной комбинированной. Очень приятная серия. Я обычно из них беру себе маски, потому что маски я обожаю. И вот маска, кстати, раз. Прелесть, просто сахарная, питательная маска смузи. Она невероятно приятная, напитывает кожу. Есть у нас такая вот сахарный скраб, забыла взять его. Есть вот такой вот тюбик небольшой, специально показываю, что это небольшие варианты. Всегда смотрите, объем 30 мл. Здесь у нас увлажняющая маска с гранатом, с вербеной, очищающая маска. То есть такие малышки, почти, практически, смотрите, фоточка такая же, как и сами тюбики. Обожаю наши масочки все, при том, что разными пользуюсь, постоянно их меняю.
А далее идет уже серия. Этот комплекс подходит для женщин с сухой кожей. Хотя написано для всех типов кожи, но поверьте мне, что серия достаточно плотная, питательная. Если кожа жирная, то будет не очень комфортно. Серия Королевский бархат с изофлавонами черного ириса. Она повышает упругость кожи. Классная серия. Я даже себе иногда беру, хотя больше предпочитаю Novage, Collagen или Ultimate Lift, но и эту серию иногда беру, мне она очень нравится. В основном это зимой, когда коже хочется больше питания, больше сытости от крема. Здесь есть маска и, кстати, пробник подтягивающего ночного крема. Ранее я такого не видела, кстати. А, да, появились, значит, пробники. Дневной крем и ночной можно сначала попробовать, прежде чем покупать полноразмерный флакон. Серия Optimals. В этой серии сделали тоже универсальное очищение и мицеллярную воду для всех типов кожи. Есть также успокаивающий тоник для лица, отлично подойдет для чувствительной кожи, например, для сухой. Вот, мы перешли в раздел Novage, мой любимый раздел. И что здесь у нас? Помните, что лучше будет работать комплексный уход, если мы пользуемся им целиком. То есть не одним каким-то продуктом избирательно, а вы будете использовать весь комплекс. И здесь у нас много вариантов комплексов и также дополнительная линейка Novage Procuticals, которая работает уже так, с конкретной какой-то задачей. Сейчас об этом немножечко поговорим. Вот так выглядят комплексы. И подбираем под проблемы. Например, здесь, кстати, здорово вот эту инструкцию, ее прям надо будет сохранить. Если у вас первые возрастные изменения, недостаток сияния, расширенные поры, мы берем Skin Energize. Если уже морщины, недостаток влажи, берем Экологен. Так выглядит серия. Это очищающий гель-тоник для лица. Сыворотка, которую мы наносим под крем. Дневной крем. Ночной крем и крем для кожи вокруг глаз с дозатором. Это мой уход, который сейчас у меня. Кстати, у меня уже заканчиваются и дневной, и ночной. Вот так немножечко осталось. И я в следующий раз уже заказала себе, возьму из серии Optimals осветляющие, а ночного прям совсем чуть-чуть. Хочу немножечко поработать с пигментацией, потому что хоть я и не выходила практически на солнце, у меня и на руках появились пигментные пятнышки, вот стали опять заметные, и немножечко на лице. Поэтому хочу заняться личиком, чтобы оно стало ровным. Хотя в этой серии, вернее, среди этих комплексов есть специальный комплекс, который работает с неровностями кожи и с гиперпигментацией. И, конечно же, с морщинами. Давайте чуть поближе посмотрим все эти комплексные уходы. Они бесподобные. В каждом комплексе свой состав. Разные стволовые клетки растений. Здесь, кстати, вот написано, здесь у нас ягоды асаи, стволовые клетки. Здесь стволовые клетки растения будлея. У меня, кстати, у мамы растет этот цветок будлея. Он невероятно красивый и очень вкусно пахнет. А здесь у нас растение плантаго ланцелота или подорожника, я бы так сказала. А здесь у нас тоже, кстати, этот же ланцелот. И здесь ультра калком. А это технология, какие стволовые клетки? Не вижу, не вижу, не вижу, не вижу. Ага, вот экстракт афиапогона японского, который переживет и засуху, и суровую зиму. То есть это серия для чувствительной кожи. Видите, как интересно? А вот стволовые клетки Эдельвейса больше всего обожаю. Как раз вам показывала сейчас эту серию. Она моя любимица, потому что с ней я сразу вижу, просто моя кожа нереально выглядит круто. Серии хватает примерно на 4-5 месяцев, в зависимости от того, как вы пользуетесь, много крема наносите или вам не нужно много. Если разделить на весь этот период, получается не так уж и дорого. Я обычно всегда с калькулятором сижу, с клиентами делю, говорю, смотри, как это выгодно получается. Примерно где-то 20 рублей утром и 20 рублей вечером, чтобы сделать полный комплексный уход, который позволит долго сохранить кожу молодой и красивой. Кстати, когда я наношу крем
крем-сыворотку на лицо, и вот на пальчиках что-то остается, я всегда так раз на руки вот так вот переношу. И смотрите, как кожа классно выглядит. То есть она не старая, мне вот 48 лет. А кожа, в принципе, вот даже если ее вот так вот попробуйте, да, посмотрите сейчас на свою руку, если вот так собираешь кожу, то либо она как пергамент становится тоненькая, либо она плотненькая, такая напитанная, я говорю, сытенькая кожа. Так вот у меня она сытенькая. И вот вам моя фишка, то что я постоянно использую крем для рук, очень много, маску спа. И когда делаю уход утром и вечером, остаточки наношу тоже вот сюда на руки. И это работает. Итак, что здесь есть дополнительный уход? Для выравнивания кожи сыворотка с витамином С, с 10%, обалденная сыворотка. Мои любимые пептиды. Вот, открыла коробку, никак не начну пользоваться. Прям, я люблю курсом сделать, чтобы прям сразу эффект был видно, как кожа такая подтянутая, все становится очень круто работает. И мне нравится то, что быстрый эффект, всего 7 дней и моментальный эффект. Или если вам нужно прям быстрый-быстрый эффект, вот сегодня, знаете, что нужно идти на мероприятие, нужно круто выглядеть, берите маску из биоцеллюлозы, она идет с ниацинамидом и экстракт санцеллы. Это что-то с чем-то. То есть сразу моментально кожа подтянутая, поры все стягиваются, кожа напитанная, увлажненная. Макияж ложится идеально. Это фантастическая маска. Она, конечно, дорогущая, но она того стоит, потому что она классная. Далее, на средства против воспалений работают. 100% работают. Я пробовала и то, и другое средство. У меня моментально, если прыщик вылез, на ночь наношу прям капельку точечно. Утром уже ничего нет от этого прыщика. Есть обновляющий пилинг для лица. Вот так выглядит пилинг. Он такой здоровый, 100 мл. Его наносить нужно на чистую кожу на 20 минут. Потом смываете, наносите свой основной уход. И ложитесь спать. То есть на ночь. Но если вы знаете, что вы завтра поедете на пляж или будете загорать, то не делайте пилинг, либо нанесите сверху хорошую защиту. Восстанавливающие капсулы для лица с концентратом масел. Здесь 6 ценных масел, тут они все перечислены, можете почитать. И это просто вот, чтобы кожу свою побаловать на 100%. Скажите, я тебя люблю, моя дорогая. Сделайте прям комплексом, вот 30 капсул. Делайте каждый день, будет эффект просто классный. Можно, правда, не каждый день, то есть интервал 2 дня, денечка сделать, но эффект будет просто волшебный. И есть интенсивный антивозрастной крем с SPF 25. Вот, кстати, он вот эту гречку убирает легко. Когда у меня была пигментация на руках, я одним тюбиком убрала ее полностью. То есть у меня была ровная-ровная кожа абсолютно. И ночная маска, ночной любовник. Некоторые девчонки пишут, что маска не работает. Я не знаю, девчонки, как так может быть, что она у вас не работает? У меня работает все. Кожа отдохнувшая, напитанная, классная, румяшечек, кожа ровненькая. Вся утром встаешь и просто классно, классно выглядишь. Далее у нас серия Optimals. И, кстати, в этой серии я люблю патчи. Они, конечно, дорогие, мне кажется, на первый взгляд, но они очень эффективны. Их можно приклеивать на любую зону лица. Они такие достаточно большие. Очень люблю вот этот крем мультифункциональный защитный с SPF 50. Беру его всегда себе на лето, потому что летом нужна... Ой, сразу выдавился немножко. А летом нужна хорошая защита. Нанесем вот сюда. Здесь еще ничего не мазали сегодня. И я наношу на лицо этот крем, он такой напитывает хорошо кожу, хорошо на него тон ложится, мне очень нравится, то есть он такой жирненький достаточно и очень хорошо защищает кожу от негативного влияния солнышка, чтобы она не старела. Здесь есть масочка для всех типов кожи, и обращайте внимание, что в этой серии отличаются по цветам, например, есть для увлажнения кожи дневной ночной крем, то есть мы смотрим, значит, это для кожи склонной к сухости. Есть серия для всех типов кожи, вот такая зелененькая Urban Gourd 3D, очень классная серия, я ее люблю. Прошлым летом полностью у меня была серия целиком, я ей пользовалась с огромным удовольствием. Антиоксидантный бустер и омолаживающий. Как ими пользоваться?
не как сывороткой. Их бустер нужно обязательно смешать с кремом. То есть капельку наносите себе в ладошку, добавляете крем, смешиваете и наносите уже на лицо. Про серию Wand я записывала целое отдельное видео. Да, серия мне, конечно, очень понравилась, но все же я считаю, что для взрослой кожи лучше остановиться на серии Novage. А эта серия мне очень понравилась. Что бы я себе точно взяла? Очищение. 100% очень понравилось. Маски. Очень понравился для глаз, для кожи вокруг глаз крем. Очень крутая база под макияж. И понравился вот этот стик. Моментально прям освежает кожу, взгляд сразу такой молодой, свежий, бесподобный тонер. А вот крем, кстати, мне крем понравился вот этот больше сиреневый, а дочке больше понравился голубенький гель. Она говорит: мама, он вообще крутой, классный. Но кожа выглядит бесподобно с этой серией, она невероятная. Вот эта маска очень понравилась, кстати, я ее набрала себе еще для того, чтобы клиентам дарить такие вот пробнички. Уже ее оценила до того, как серия вышла. Маска бесподобная, она очень похожа на маску серии Swedish Spa для лица с согревающим эффектом. Ее прям наносишь, когда сначала сразу так горячо, и масла насыщают, напитывают кожу, это что-то невероятное. Да, кстати, вот эта сыворотка тоже понравилась, да, полностью серия понравилась, что уж тут говорить. Так, у нас ароматы мужские, тоже заказываем пробники сначала, выбираем, чтобы нравилось и вам, и вашему мужчине, а потом уже заказываем. Кстати, для мужчин можно заказать набор пробников, раньше я такого не видела, это новое предложение, и мужчина может протестировать перед покупкой. Здесь будет средство для умывания, для кожи вокруг глаз гель, сыворотка и гель-крем против старения. Кстати, в мужской серии 4 продукта, а у женщин 5. Обратите внимание, да, 4 базовых средства. Для мужчин шампунь для волос и тела, мыло, такой плотный большой кусок, 100 грамм, и шариковый дезодорант. То есть классный набор. Можно уже, кстати, девчонки, кто у нас любит делать запасы, уже к Новому году готовиться и покупать сейчас то, что потом можно будет подарить. Ароматы в Oriflame бесподобные. Кстати, обожаю вот этот аромат Си, желтый, мне очень нравится. Этот аромат, он просто не может оставить кого-то равнодушным. Закажите обязательно пробники. У меня дочке больше нравится голубой, у нее такой синий, а мне больше нравится желтый аромат. Кстати, одна из моих любимец Infinita. Кстати, заметила, что цены здесь прям подросли на ароматы. Ощутимо. Но есть какие-то скидки, например, вот здесь неплохо, да? Но есть ароматы, которые даже со скидкой, если сравнивать с предыдущими каталогами, то подороже. Серия для волос. Для волос, склонных к сухости, и у кого не жирная кожа головы, потому что очень хорошо питает волосы. А если кожа сухая, волосы сухие, ломкие, то мед и молоко этого станет вашей любимицей. Серия для окрашенных волос, серия климат-контроль, то есть это такой эффект, когда волосы, да, статика, волосы испытывают большие перепады температурной нагрузки. Вот у меня, кстати, кондиционер такой, кстати, сегодня только его достала, поставила на полочку, стала собирать все, что будет в обзоре, и говорю, как будто знала, приготовила кондиционер. Очень классная серия, вот такой густой, хороший кондиционер. Я пользуюсь постоянно какими-то дополнительными продуктами, либо это кондиционер, либо маска, потому что без этого волосы просто будут выглядеть ужасно. Краска для волос, я пользуюсь 9.0 у нас светло-русый. Очень приятный, кстати, оттенок. Многие даже думают, что это мой натуральный цвет волос, хотя натуральный у меня далеко не такой. У меня больше, знаете, какой натуральный? Какой-то вот с рыжинкой, такой коричневый и в рыжину. У меня папка рыжий, и вот я в него, значит, такая рыжуля была. Потом перешла, конечно, на другие оттенки. Краска удобная тем, что можно дома покрасить совершенно спокойно. Выдавить сюда краску в окислитель,
нанести на волосы, ну все перемешать, здесь кончик отламывается, наносите на волосы. Я обычно крашу корни. Здесь внутри в инструкции перчатки, не буду разворачивать, не буду шуршать, и волшебная маска, которую нужно прям нанести минут на 20. Вы не пожалеете, нанесите полностью на все волосы, вы свои волосы потом не узнаете. У меня после каждого окрашивания волосы какие-то волшебные становятся, я их так люблю, то есть они блестят, они живые, шелковые, такие классные. Далее крутые маски для волос, раз, два, три, берите любые. Кстати, цена здесь повыше, недавно они были подешевле, я набрала себе целую коробку этих масок, я их обожаю, мне одного пакетика хватает на два раза. И если вот пересчитывать, например, взять маску вот такую в баночке, она стоит 459 рублей, здесь 200 миллилитров, а здесь у нас по 30 миллилитров, то есть можете взять калькулятор и посчитать, мне кажется, вот в пакетиках выйдет дороже. Можно подешевле маску медовую взять, 400, нет, она не дешевле, она также здесь, но эти маски мне нравятся больше, и мне нравится этот формат, то что оторвали, за два раза использовали, и я их беру то одну, то другую, то третью, все время разные ароматы, разный эффект. Но в целом что я чувствую от этих масок, то что волосы становятся живые, насыщенные влагой, блестят, они хорошо расчесываются, просто волшебные масочки. Или вот такой вот шампунь с углем. Многие девчонки пишут, ну не многие, а многие пишут наоборот, что очень понравилось, а кто-то пишет, что не нравится, плохо вымывается скраб. Да, скраб здесь он такой мелкий-мелкий, его надо прям постараться вымыть. Я делаю большой напор воды и промываю замечательно, у меня не возникает проблем, что он остается. Но если остается, значит просто хорошо надо промывать, либо делаете скраб, а потом моете шампунем любым, ну, любым своим, который любите. Например, и серии Love Nature разные шампуни есть на любой вкус, гель для душа, вернее крем, питательный крем, это если сухая кожа, а вот здесь гели. Шикарный крем питательный у меня такой был, а сейчас я заказала себе такой огромный лосьон 750 миллилитров, он невероятно классный, но его почему-то не вижу в каталогах, он был в распродаже, я его успела просто схватить. Шампуни гиганты XXL объем. Кстати, сегодня тоже достала шампунь с лимоном, вот такой вот шампунь. Вот здесь он маленький, а я достала гигант, пол-литровый, наверное, он, да, 500 миллилитров. Очень удобно, надолго хватает. Очень люблю вот эти гели, вот тоже сейчас этим пользуемся, Камчатка, как называется, неизведанная Камчатка, он так вкусно пахнет, просто вкуснейший. Ой, классный. И у него густой, он такой концентрированный. И надолго хватит, тоже большой объем. XXL здесь 400 миллилитров, вот такая вот бандура. Даже не знаешь, когда закончится. И вот как раз я вам показывала, показывала из серии Botanical шампунь. А сейчас покажу очищающее средство для душ. Такой пузатенький большой флакон, очень стильно выглядит. И эта серия 95% с натуральным составом, одобрена ассоциация веган. То есть веганское сообщество. И экстракт жимолости придает такую, знаете, кислинку легкую, очень приятный. Я все время заказываю, мне нравится. Серия Essence and Co. Серия с натуральными эфирными маслами. Я балдею. Кто-то мне говорил, Лили, нельзя так говорить. Но если я правда балдею от этой серии, у меня есть новинка. Сливовый аромат я недавно заказала со сливой. И он... Я вам просто хочу показать, потому что будет аналогичная по красоте флакона, как легко распределяется этот лосьончик, то есть он нежный, легкий, быстро впитывается, кожа становится волшебная, просто волшебная. Вы сами увидите, какое тело, оно прям преображается, мягкое, нежное. Миша всегда говорит, а какая у тебя кожа классная. Конечно, классная, у меня тут и скраб, и масла. И я обожаю вот эти лосьоны наши все. И здесь есть еще мыло.
Но эта серия будет с шафраном и пачулями. Она более такая рисковатая, знаете, как восточный аромат. Но мне очень понравилось. Я брала, по-моему, даже два раза себе жидкое мыло заказывала из этой серии. Так, набор, который будет актуален как подарочный, потому что он бесподобно красивый. В этом наборе три крема для рук по 30 миллилитров. На мой взгляд, дорого. Дорого, но красиво. И мы за ценой не постоим. Если уж хочется сделать человеку приятное и что-то необычное, то это вот. Да, это вот. Мы же не смотрим на цены, когда ищем какой-то крутой подарок, чтобы человек был в восторге и прям сказал: «Вау, вот это да!» Вот тоже, это то же самое из этой песни, потому что оформление волшебное. Все вот эти крема с разными ароматами. Это же очень креативно. Представляете, какой классный дизайн. Я обожаю. Я наборчик себе заказала. Я люблю, когда у меня с собой что-то красивое, необычное, все смотрят и говорят: «Ого, а что это?» Это вот что. Это вот что. И разнообразные крема для рук, сахарный скраб и крем, они классные в паре, серия мед молоко, роскошный крем парфюмированный с ароматом белой сирени и крем Бьютаникалс. Да, цены, конечно, прям заметно выросли, потому что в прошлом году я вот такой крем себе брала за 119 рублей. У меня еще запасец есть. Серия для самых маленьких. То есть это грудничковый вариант, когда вот прям они только родились, уже можно пользоваться. Для наших прекрасных зубов, самое главное, да, сохранить зубы в целости и сохранности. И зубные пасты в этом способствуют. Паста для чувствительных зубов и отбеливающие. Вот, что странно, на картинке они стоят одинаковые. Но я вам могу точно сказать, что для чувствительных зубов она меньше, в ней 75 миллилитров. А отбеливающие 100 миллилитров. Но здесь они одинаковые, это не так на самом деле. И зубная щеточка мягкая, новенькая, по-моему, да, зеленая. Да, у меня такая же мятная. Мне показалось, здесь цвет немножко другой, но нет, все то же самое. Средство для кожи ног, дезодорант, пилочка классная. И крем один будет освежать, то есть это когда нужно легкость такую. Другой ночной, вот я как раз ночным пользуюсь. И крем антиперспирант. Здесь по 75 миллилитров, я в руках держу большой. Здесь у меня 100 миллилитров, по-моему, даже 100, 150, то есть в два раза больше. Вот такой он густой, классный. Я им и руки, и ноги иногда мажу. Или я, например, беру маску для рук Шведиш Спа и могу нанести ее на ноги. Или, например, вот этот крем ночной, он так вкусно пахнет, поэтому у меня нет проблем. Он шикарно пахнет, здесь авокадо в составе. Я его очень люблю и всем рекомендую. Всего 169 рублей, хорошая цена. У нас появилась не так давно новинка, рефилы, для того, чтобы наполнить наши флаконы гель для интимной гигиены. Ну, кстати, я один использовала такой синенький, разлила по флаконам. Два флакона в разных местах стоят. Ну, не знаю, от него или нет, у меня появился какой-то, знаете, зуд. Зуд, я бросила им пользоваться и боюсь заново начинать. Меня спас на желтый гель для взрослых женщин, которые пользуются уже, да, так, возрастные девочки. Вот, он меня прям спас, и я боюсь к этому возвращаться. Напишите, пожалуйста, отзывы, кто пользовался, как у вас, все ли хорошо. Разнообразные дезодоранты, наше любимое мыло. Даже вам покажу, как тут уже открыла. У меня успокаивающее с миндальным цветом мыло классное. У меня уже было океаническое, было с грейпфрутом. И взяла с пионом. Сейчас у нас с пионом как раз в мыльничке лежит. Да, хорошие, классные мыла, которыми мы все с удовольствием пользуемся. Гели для душа. Ну, кстати, я больше люблю серию либо вот Discover, мне нравится, либо, ой, как я люблю Feel Good серию с маслами. На меня вот эта серия почему-то не произвела такого бешеного, буйного восторга. Но гель, ну хороший, да, хорошо пенится. Ну так, чтобы я сказала: «Вау, прям вообще такого нет». Как у вас, тоже пишите, интересно ваше мнение. Вот такие у нас есть вкуснюшки, вкусняшки для тела. Это спрей парфюмированный, я пользуюсь на ночь. Вот такой, кстати, по-моему, есть у дочки.
Не помню, по-моему, я ей такой тоже покупала. Но вот этот классно пахнет, он стоит в ванной. Мы после душа уже немножечко так в воздух входишь в это облачко, и просто приятно идешь в спальню, такая душистая, нежненькая, ароматная и не перегруженная. Так, здесь у нас выходят две новинки: успокаивающий гель-скраб для умывания серии Essentials, успокаивающая маска для лица с провитамином В5 и маслом лаванды. Я обязательно возьму 50 миллилитров, в принципе 139 рублей, это нормальная цена, прям классная. Тем более я обожаю аромат лаванды, очень люблю вот эти губки для очищения кожи из целлюлозы. И новинка Cold крем с витамином Е. Ого, я даже не думала, что такое выйдет у нас. Итак, для чего этот крем? Мы наносим на чистую сухую кожу, на руки, на тело, да, можно на лицо нанести. То есть какой функциональный крем для всего. Но я, честно говоря, не очень люблю, когда один крем для всего. Ну, кстати, может быть, кому-то нравится. Зато 75 миллилитров. И на десерт, как вишенка на торте, самая вкусняшка. Это серия мед и молоко, который в этот раз будет нас окутывать ароматом розы. Что-то чудесное. Возьму себе всю серию обязательно. Обожаю новинки, тем более такая красота. Кстати, было бы здорово, если бы нам на Новый год эту бы серию оставили тоже по таким хорошим ценам. Потому что что-то необычное, очень приятное. Под цветовой гамме подобрано все. У меня восторг. Надеюсь, у вас тоже. Ну, жалко, что здесь нет ароматической странички. Я бы с удовольствием подегустировала. Ну нет, ой, как от меня вкусно пахнет. Итак, мы с вами все посмотрели. Я, как обещала, вам покажу в деле вот эти средства, которые я наносила. Единственное, у меня пальчики в креме. Сейчас энергично вытираю об свои штаны. Итак, тон, да, здесь у нас тон брови. То есть, видите, я интенсивно тру, а не на месте. Для век стойкие тени. Не свезешь, то есть вот они прям, даже кремовым пальцем, все, они сухо-сухо, о, еле-еле вот прям чуть-чуть оттерла, видите? Это учитывая, что у меня пальцы все в креме. Так, это румяна, понятно, хайлайтер такой сияющий, вот он чуть-чуть стоит. И помада, я вам просто хочу показать вот эту помаду, именно Cushion, то, что она достаточно стойкая, хоть она и как блеск, но она прям стойкая. И ультракремовая, она не стойкая, но она хорошо лежит на губах, то есть она не будет так вот прям съедаться либо расползаться. Вот какая красота, пойду мыть руки. Вам спасибо за внимание, желаю вам прекрасного каталога, благодарных клиентов, чтобы у вас было всегда у самих приятное впечатление от продукции, классные результаты. И чтобы ваши клиенты были вам благодарны за то, что вы предоставляете классный сервис, можете сделать профессиональную консультацию, помочь с выбором продукции, чтобы все, что вы и ваши клиенты покупали, все использовалось до последней капельки. Как у меня, кстати, вот крем для рук, видите, как использую до последней капельки. Я разрезаю, потому что он густой и уже не выдавливался. Так что любовь, любовь навсегда, такой малыш. Всего вам доброго, до новых встреч, пока-пока.